Доброго всем дня, друзья! Вы на канале Роман Ом 72. Как же давно меня не было, но вот я опять здесь. Да, и о чем мы же сегодня будем говорить, ребята? Мы будем говорить о том, как побрили хомяков. Да, вот мой хомяк абсолютно лыс. Да, я продолжаю его, разумеется, тыкать, да, прокачиваю новые карточки, но по сути нас побрили. Но побрили еще не полностью. Сейчас, ребята, объясню, как можно помочь ребятам из Хамстер Комбата побрить нас еще сильнее. Это, конечно, все шутки. Ролик будет не совсем про это. Так, прокачиваемся карточки. Ну, короче, смотрите, ребят. У нас произошло абсолютно стандартное событие, да. Так, сейчас склеечка на график. Вот, ребят, мы смотрим на график Хамстер Комбата, да, на в спотовом режимчике, да, не фьючерс, потому что, напомню, что фьючерсы на Хамстер Комбате, они начались значительно раньше, чем сам листинг, да, монеты. И что мы видим? Мы видим то, что хомяк снизился, он подешевел примерно в 3 раза, да, то есть с пикового значения в 1 цент и 35 цента, назовем это так, да, как бы, и сейчас он стоит всего-навсего там меньше половины цента, да, максимальный минимум у него был на 3,70, там, 3,80. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, я вот эти налины считать не хочу. Вот. И что же будет дальше? Как бы вероятность укатки еще ниже, на мой взгляд, практически уже нереально, потому что вот в данном случае, вот здесь, мы видим, вот здесь мы видим довольно сильный отскок, да, и я думаю, то, что цена будет биться сейчас вот об вот это значение и уходить выше. Вот где-то, вот в этом диапазончике. Вот от этого до этого. Вот, и поэтому я думаю, то, что сейчас самое лучшее время, ребята, прикупить хомяка. Так, вот, ребята, мы перешли в Тон Кипер, да, где мы будем покупать хомяка. Сейчас у меня на счету 4592 хомяка, это те, которые мне пришли с биржи, да. Это 19 баксов. Да, по сравнению с ноткоином, да, на котором... с ноткоином у меня насыпалось в общей сложности, короче, я, правда, играл с двух аккаунтов, да, как бы у меня насыпалось порядка... что-то около 70 тысяч ноткоинов, да, и даже по нынешнему курсу 70 тысяч ноткоинов – это нихуя не 19 долларов. Друзья, я думаю, то, что время купить Хамстер Комбат, цена довольно хороша, надо брать, я считаю. Меняем на тоны. Так, оп. И возьму я, наверное, себе еще 5 тысяч Хамстер Комбатов, да, это у нас 4 тонна, 11, бла-бла-бла, меняем, прям. Все довольно просто, да, как бы мне очень нравится блокчейн Тон, да, здесь все очень удобно, все быстро. Вот транзакции тоже прилетают там буквально в течение там полуминут, то есть, ну, комиссии вполне адекватные, да, как вот, почти ничего не заплатил. Вот, прям, все, транзакция прошла. А, проходит, сейчас давайте посмотрим, как быстро это произойдет. А так, ребята, у меня вообще все ништяк, да, как бы экспедиция закончилась, я выдохнул, отдохнул, такой, как бы все очень кайфово. Я думаю, то, что ролики будут выходить сейчас значительно чаще, я буду чаще разыгрывать всякие приколюхи. Что такое? Ну-ка, а, все, получилось, да, или нет? Обновляем кошелек. Вот, около минуты, все, хорошо, хамстеры у меня на счету 9609 хамстеров у меня. Вот, ништяк, да? Вот, и теперь давайте, ребята, перейдем к розыгрышу. Вот, у меня, кстати, с прошлого розыгрыша, приколюха, мне чувак так и не написал насчет ваучеров на X-империю. Так вот, Get Games, переходим. Вот, то есть я разыгрывал, и сейчас я тоже разыграю ваучер на игру X-империя, да, то есть 69 тысяч монет X. На данный момент... этот ваучер торгуется, давайте посмотрим сразу, так, 3,75, да, и как бы он довольно, кстати, хорошо торгуется, у него довольно хорошие объемы продаж, то есть вот вчера он наторговался практически на 5000 тонов, да, то есть как бы очень лихо. Так вот, я хочу рассказать еще один нюанс насчет этих ваучеров. Смотрите, я обожаю просто блокчейн в целом за то, что он очень прозрачный. Смотрите, у нас есть больше 348 человек, держателей, у кого больше 50 ваучеров. То есть, и объемы скупленных ваучеров за все время, да, то есть, как бы оно довольно велико. То есть, вот есть люди, кто, ну, понимаете, да, вот такие у них покупки, да, как бы.
Продажи, конечно, тоже есть, но больше покупки. То есть люди скупают эти ваучеры сейчас. Хотя, смотрите, либо это все хомяки, да. Ну, почему хомяки? Дело в том, что обычно, да, цена на листинге всегда падает. Да, то есть, когда происходит листинг, куча монет выплескивается на рынок. И сейчас я подчеркиваю, что вот здесь, сейчас, сейчас вверх, у нас 571 тысяча только ваучеров, да, и они. Вот это 571 тысяча ваучеров. Это всего, по-моему, я считал, это 5% от всей эмиссии. Или даже, да, 5% от всей эмиссии монеты. То есть, их будет 690 миллиардов монет. Да, сейчас выпущено всего там что-то порядка 48, по-моему, миллиардов лежат именно в ваучерах. Да, то есть, и сохранить вот эту цену, да, которая есть даже сейчас, мне кажется, это будет практически нереально, и цена монет рухнет просто в тартарары куда-то очень низко, если ее начнут, естественно, люди продавать. Вот я не знаю, какая будет цена у ваучеров после листинга монеты, да, то есть будут ли такие же бешеные скупки в дальнейшем этих ваучеров, да, или цена рухнет в тартарары, этого как бы пока не знаете. Свои ваучеры я выставил буквально 6 штук на продажу, 3 по 10 тонов и 3 по 15. Я не уверен, дойдет ли цена даже до 10 тонов, но посмотрим, поживем, увидим, да, всякое может быть. И давайте, собственно, разыграем. Так, сейчас склеечка на ютубчик. Эх, как давно я не был на своем канале. Так, 2 недели назад был ролик. Тогда реденько-реденько выпускаю. Ну, короче, посмотрим. Давайте так. Громкость убираем сейчас сразу. Так, и на паузу, да, пойдет. Так, у нас было всего 10 комментариев. Давайте это, собственно, открываем рандомайзер. Вот, рандомайзер здесь ставим от 1 до 10. Да, обновляем, 9, идем сюда, так, мистер Бист, окей, так, считаем до 10, 1, 2, 3, 4, 5, ай-яй-яй, 6, 7, 8, 9, Тонстейшн и Сун перенесли листинг на 44 дня, вот, пишет Оля 3852. Так, Оля, кстати, по-моему, у нас уже выигрывала, да, я ей, кстати, отвечал, да, я вижу, не понял прикола. Да, кстати, насчет сумм, я чуть попозже, наверное, у меня будет скоро ролик про разочарование вообще в геймфае, как бы, и про хамстер тоже, кстати, еще поговорим. Так, а сейчас давайте проверим, не вышла ли Оля из канала Panzer Victory. Напомню, что Panzer Victory – это мой проект, идея, которая у меня зародилась еще, наверное, в феврале, в марте, да, то есть, который я начал реализовывать уже вот в апреле активно, но случилась такая беда, что чувак, который мне делал код, меня кинул на деньги, на какие-то 500 несчастных долларов, как бы, и исчез во свояси. Так, нам нужна Оля. Так, ОЛ. А, вот Оля, да. Вот, Оля, я тебе писать не буду, короче, ничего. Ты, надеюсь, посмотришь этот ролик, да, и 69 ваучер на 69 тысяч X-империи твои, напиши мне. Ну и вот, и чувак, короче, меня кинул, и я долго думал, мотылялся, короче, искал разрабов такой, и решил, что я буду действовать по-другому. И как, я расскажу вам уже очень скоро на этом канале, так что подписывайтесь, ссылка будет в описании, Panzer Victory. Ура! Вот, так, а теперь давайте, ребята, поговорим, собственно, про саму X-империю, что там сейчас происходит. X-империя – это такой проектец, он появился, наверное, кстати, это я, зацените. Вот, проект появился, наверное, летом еще, примерно, там, где-нибудь в июле, в июне, я точно сейчас не помню, не сильно активно играл, но донатил, да, как бы периодически, то есть, например, на ночь оплачивал бусты, которые, кстати, они здесь есть еще, ну-ка, город. Премиум-магазин. Да, конечно, бусты еще есть. Вот можно здесь купить типа ракетку за 25 звезд, и она будет 12 часов собирать монетки. Да? То есть, например, ложился спать, ставил, да, утром вставал и собирал. Не то, чтобы я спал, конечно, 12 часов, но как бы вы меня поняли. Вот. Такие бусты, наверное, потратил, наверное, около, не знаю, долларов 10 максимум на всю эту развлекуху, да. И мне насыпали 5 бесплатных ваучеров. Ну, как бы, как бесплатно, я их заминтил, да, 5 ваучеров на 69 тысяч, так, тут что-то качнуть, блин,
Так, тут нечего качать, давайте сюда перейдем. Ну, игра как хомяк, по сути. Да, также переходишь, там качаешь всякие приколюхи, карточки. Вот, ну, в принципе, есть видос более подробный с разбором X-Империи. Можешь посмотреть, я ссылочку тоже на него поставлю. Вот. Добыча была завершена, наверное, недели уже 2 или 3 назад. Да, сейчас ведется подсчет, уже в ближайшие дни будет раздачка. Вот нам всем раздадут монеты на кошелечке. И вот, как я и говорил, то, что цена, скорее всего, полетит вниз. Тогда вот это начнем спорт. Спорт это важно. Вот. Спорт. Давай этих двоих тоже качнем. А, только одного. Ну и вот. И то, что происходит сейчас, это у нас некое межсезонье, на которое выделено еще 5% монет. Я не знаю, есть ли смысл сейчас залетать, буквально 2-3 дня осталось, но ссылку я оставлю в описании, можете еще попробовать, если вдруг не играете. Да, здесь много на самом деле приколюх. Посмотрите мой видос про X-Империю, там прям реально клево сделано, и можно сделать свою аватарку, это я. Вот. Не знаю, почему я такие рубашки, блядь, 2015-го не ношу. Ладно. В общем, ребят, я надеюсь, то, что всем понравился ролик. Да, ставим лайки, подписываемся на канал, участвуем в конкурсе. Кстати, в следующем ролике я разыграю еще что-нибудь. Например, еще один, может быть, ваучер на 69 тысяч. Да, вполне возможно, у меня их много, я купил. Вот, так что, ребят, давайте лайк, подписочка, комментарий пишем. Обязательно пишите свой никнейм из телеги, да. Вот, и пишите, вернее, вступайте в Panzer Victory. Скоро начнется ураган просто, прям базарю. Я долго думал, я от своей идеи не отступлюсь. Добру быть, я базарю. Будем мир менять, вот прям 100%. Давайте, ура, пиз.